всем. У нас посадка картошки майская. Люди добрые уже посадили. Ну, мы тоже добрые люди, но просто в этом году мы чуть-чуть попозже. У нас по записям в прошлом году где-то на 9 мая садили. Вот. А мы подождали немножко, чтобы дождичек прошел, и земля как бы влажноватая. Вот. Простой рецепт, значит, по которому мы садим всегда, это крупная картошка, мы ее режем на несколько частей, то есть вот, чтобы был глазок обязательно. Кто-то на посадку использует мелкую, но ну, как-то так в традиции у нас всегда наши родители, наши деды так садили. Именно крупную картошку мы ее делим на несколько частей, и в итоге получается у нас крупная картошка вырастает. Сорта картошки получается вот такая красная, большая, вот, и белая. Я, к сожалению, не знаю, как они называются. Вот два сорта, и мы как-то так получилось, что и этот развели, и этот. Вот хорошие такие крупные картофелины я оставляю на семена. Вот, собственно, обрезаю тоже, режу, точнее, вот так вот, чтобы были глазки обязательно на половинках. Так делал мой дед, так делал мой отец, так буду делать я. Наверное, будут так делать мои дети, если к тому времени еще будет картошка. Соответственно, еще такой один момент. Мы кидаем в лунку уже не первый год опилки, ну, сосновых каких-то хвойных этих пород деревьев. Значит, это от проволочника. И правда, проволочника меньше. Но этот опыт мы еще проверяем. Вот, и каждый год вот так добавляем. И прям, ну, все равно каждый год как-то улучшается. Вот, так что посмотрим, как это будет. Прочертили, значит, специальные, уже несколько лет так делаем, штуку такую придумал, заграбли, вот, изобретение Илона Маска. Супер линейка для ровных рядков. Такая грабля, три лунки, три черточки, точнее. Прочертил, и все полностью. И уже рядки будут вот так ровненькие, ну а так сами уже ровность смотрим. Все, у меня тут бригада ух, значит, делаем все быстро, поэтому дай бог посадим. Ну а потом следующий этап — прополка и осенью долгожданная копка. В этом году, точнее в прошлом году, урожай был очень хороший. Посмотрим, что нам Господь даст в этом году, какая будет погода, соответственно, ну и как все будет. Так что все, всем благополучного урожая, все делайте с молитвой, и пусть вас Господь благословит тоже.